Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет с вами обзор Apple TV 4K, долгожданный обзор. Меня зовут Максим, вы, как всегда, на канале Demon Lounge. Давайте начинать, поехали! Я думаю, что вы заметили, что вот там сзади вместо моего привычного экрана какие-то интересные картинки. Так вот, это заставки с той самой Apple TV 4K. Вот она у меня здесь стоит. Здесь лежит от нее пультик. Сейчас обо всем этом будем с вами разговаривать. Я должен сразу предупредить, что я не люблю слово «обзор», потому что мне очень многие за это предъявляют. Типа, нет технических характеристик, нет каких-то там очень замудренных терминов и понятий. Это скорее воспринимайте как мнение, хоть и называется это обзор, но это скорее мнение и мой опыт использования этого гаджета, я не побоюсь даже этого слова, офигенного гаджета спустя 6 месяцев после приобретения. Итак, давайте прям буквально быстро пробежимся по характеристикам Apple TV 4K. Что это такое? Это маленькая приставка для телевизора, которая подключается к нему по HDMI. Там всего есть два входа, это HDMI и это Ethernet. Раньше еще был Type-C, но его потом выпилили, да и ладно, не нужен он. По характеристикам там все просто: Wi-Fi, Bluetooth, там AC 5.0 соответственно. Процессор там установлен Apple A10X, как в iPad Pro. Ну и по памяти на выбор у вас 32 или 64 гигабайта. Собственно, стоит это все в минималке у нас официально где-то в районе 13 тысяч рублей, что с одной стороны не так плохо, с другой стороны не так хорошо, об этом поговорим с вами чуть далее. Работает все на TVOS, сейчас это TVOS 13.4 у меня стоит. И вот теперь, когда мы все это с вами техническую лабудень обозрели, давайте переходить уже к эмоциям от использования и каким-то ощущениям. Построить этот обзор я хочу как бы на плюсах и минусах устройств. Сначала давайте поговорим про плюсы, их естественно больше, а потом уже с вами затронем минусы. Итак, первый плюс — это, конечно же, компактность и мощность данного устройства. Оно очень маленькое, но в то же время у него очень хорошие технические характеристики, там все классно работает, здесь каких-то претензий к нему нет. Причем оно настолько маленькое, что его можно убрать легко в какую-нибудь полочку, тумбочку, и оно там вообще вам не будет мешаться, что очень-очень классно. Второй плюс — это та плавность айфона, которую мы все с вами любим в iOS-гаджетах, там в айфонах, в айпэдах. Здесь это тоже все есть, то есть вы можете спросить, чем отличается, по сути, эта штука от моего обычного Smart TV или от какого-нибудь Mi TV, который вот этот Mi Box, маленькая TV-приставка от Xiaomi. Это плавностью и классными анимациями. Здесь все очень круто нарисовано, в том числе, например, вот такие штуки. Это реальные съемки с вертолетов, с квадрокоптеров. Apple на это вкладывает большие деньги, просто чтобы у вас были вот такие вот заставочки, которые аккуратненько меняются и очень, в принципе, сами по себе красиво выглядят. Следующий плюс для меня лично, это, наверное, самый главный плюс этой приставки, это, конечно же, AirPlay. Причем он делится на два плюса. Это AirPlay и AirPlay Mirroring. Как это работает? Сам AirPlay работает так: вы берете определенный контент и отправляете его на телевизор с вашего Mac'а, либо там iPhone'а, либо iPad'а. И вы смотрите на телевизор этот контент, а на вашем айфоне вы можете в это время что-то делать. Я вам опять же покажу, как это все выглядит. Очень круто, мне прям очень нравится. Этим очень удобно пользоваться, я этим пользуюсь абсолютно регулярно. AirPlay Mirroring работает немножко по-другому. Он уже транслирует, скажем так, скринкаст вашего устройства к вам на ваш Apple TV. И вы видите, например, рабочий стол вашего Mac'а, либо айфона. Я сначала не знал, как бы, какое применение этому. Потом я уже понял, что, например, вы можете запустить на вашем айфончике игру, подключить туда какой-нибудь джойстик и вывести это все на Apple TV и играть, сидеть на большом экране. Либо, например, лично для меня более рабочий кейс: я подключаю сюда вот с macOS, делаю как бы туда скринкаст и могу, например, работать за телевизором, лежа в кровати там, например, через свою беспроводную клавиатуру. Для меня лично это очень и очень удобно. И на самом деле прям очень многие супер недооценивают эту функцию, потому что она очень офигенная. Я говорю про AirPlay в целом. Она классно работает. У нее практически нет никакой задержки. Хотя я знаю, что некоторые люди говорят, что там есть все-таки задержка. Но при моем интернете, у меня 200 мегабит, летает туда-сюда. Все отлично, все очень круто. Еще из плюсов — это то, что Apple TV становится, скажем так, центром вашего умного дома. И вы можете управлять всеми своими гаджетами, например, вот этой подсветочкой, даже не находясь дома, потому что это все прилетает на Apple TV, а Apple TV уже раздает команды вашего
вашим умным устройством, там розеткам, выключателям и так далее. Еще из плюсов это система управления с помощью вот этого пультика. Конкретно об этом пульте мы немножко поговорим дальше, попозже. Но в целом, как это все реализовано, все очень интуитивно, все очень понятно, вообще не вызывает каких-то проблем. Ну и что еще классно в Apple TV, в том, что она абсолютно полностью вписана в экосистему Apple. Там все сделано очень круто. То есть, чтобы вы понимали, например, вы хотите ввести текст, и вы пультиком этим берете и нажимаете, чтобы вводить текст, и вам на iPhone приходит уведомление, типа, а не хочешь ли ты сделать так, чтобы на iPhone ты ввел текст, и он появился на Apple TV? Ты такой, да, почему нет? Это же удобно. Или, например, как происходит настройка Apple TV для вашей экосистемы Apple. То есть вы берете ваш айфончик и прям вот так к Apple TV подносите. Все, в течение там 10-15 секунд они сопрягаются, и все ваши настройки по Wi-Fi, ваш Apple ID, все это улетает на Apple TV. Это очень удобно, это очень круто. И вот в этом всем на самом деле и проявляется экосистема Apple. Я вам очень советую попробовать. Ну и, собственно, сама система работает очень приятно. Там есть достаточное количество функций, как для TV-приставки. То есть она работает намного плавнее, как я уже сказал, чем любой Smart TV. И, что самое главное, я вам сейчас покажу, как это примерно работает, чтобы вы понимали логику управления, но опять же, вам нужно попробовать сделать это самим, потому что, вот, например, если у вас есть iPad, iPhone, и вас уже они как бы немножко поднадоели, когда вы покупаете новый, вам это как бы, ну, ничего не дает, Mac тоже ничего не дает, попробуйте Apple TV как новую товарную категорию, это просто превосходно. Это просто превосходно! Это очень круто, мне очень нравится, как это все работает вместе, очень классно. Ну и, собственно, вот сейчас для вас будет вставочка, где я покажу, как это все в целом выглядит. Значит, как я вам обещал, немножко покажу, как устроена логика управления в Apple TV, чтобы вы понимали, как это все выглядит. У нас вот есть такие заставочки, которых у нас здесь много. Свайпами мы их можем переключать, нажатиями мы можем смотреть, что это, собственно, за заставочка. И здесь их реально очень много, Apple очень вкладывается в их производство, это очень круто. Например, на этом дисплее это еще выглядит не так эпично, но на 50-дюймовом телеке, поверьте, это выглядит намного-намного круче. Нажимаем на кнопку меню и попадаем в главное меню. Здесь у нас сверху как бы док из приложений. Естественно, там мы можем закрепить. Ниже другие приложения. Все в этом плане стандартно. Ходить по меню просто свайпами. Это очень-очень удобно. Можно на каждой конкретной иконочке задействовать свое внимание. Она вот так вот у нас переливается. Все сделано в этом плане классно. Давайте прям немножко по функциональности Apple TV. Значит, у нас здесь есть приложеньки. Есть App Store, где мы их можем скачивать. Очень много приложений делают разные компании, здесь это можно все посмотреть, скачать, загрузить и пользоваться классно. Здесь есть Apple Arcade, есть всякие приложения, вот это, например, загруженные по типу там погода. Можно, например, зайти в Окко, посмотреть, что есть там у нас, то есть здесь тоже какая-то не проблема. Например, зайти в спорт, у меня как раз там куплен подписка на футбол, который сейчас успешно завершился. Ха! ГАИ! Но вроде как скоро восстановится, но можно здесь все посмотреть, это тоже очень удобно. Есть у нас приложение по типу там Каяк или Airbnb, где можно посмотреть, куда поехать, но опять, наверное, сейчас не самое актуальное для этого время. Есть игры, например, Badland, очень прикольная игра. Давайте вам покажу примерно, как это выглядит, чтобы вы просто понимали, как это работает. Смотрите, то есть, например, вы заходите, вы берете пультик, и в данном случае нам надо просто касаться самого дисплея. То есть сейчас игра загрузится. Давай. Кстати, Badland очень красивая игра. Если вы не играли, попробуйте. Я думаю, вам понравится. Вы просто нажимаете, и ваша штучка, я не знаю, кто это, летит. И в этом, в принципе, смысл игры — долететь из точки А в точку Б. Где-то по минуте, полторы минуты все это время не занимает. На самом деле достаточно интересно и увлекательно, то есть здесь интересные, в принципе, бывают моменты, как это все происходит. Поэтому какое-то такое приложение, давайте его свернем, есть такая кнопка, которую можно переназначить по умолчанию, она кнопка «Домой», но из нее можно же открывать приложения и закрывать их вот так вот красиво. Давайте пробежимся по стандартным приложениям, естественно, музыка здесь есть у нас фото, есть ютубчик, я его сюда сам загрузил, есть у нас Apple TV, здесь собраны все, в принципе, разные фильмы, которые вы можете купить, сериалы и прочее. Есть у нас Apple TV+, я лично не пользуюсь Apple TV+, потому что пользуюсь другим приложением, я потом о нем попозже расскажу, это у нас будет некий бонус, но
В Apple TV Plus есть интересные сериалы, например, тот же «Банкир» или «Утреннее шоу». Чем мне не нравится, это тем, что там нет русского языка, только, по сути, там есть субтитры, а хотелось бы именно с русской озвучкой, поэтому для меня, хотя я знаю английский, все равно это немножко не то. Так, выходим отсюда. Дальше смотрите, например, по настройкам. Можно зайти в настройки, и здесь базовые обычные настройки. Кстати, настроек для Apple-овского гаджета достаточно много, но можно здесь что-то посмотреть, настроить, например, настроить вывод видео и аудио там от 480p и вплоть до 4K HDR. К сожалению, так как у меня экран не формата 4K, поэтому недоступно 4K, но вот 1080-60 Гц можно настроить. Значит, что по AirPlay? Как это все классно работает. То есть вы заходите, открываете, например, любое абсолютно видео. Давайте откроем мое видео на YouTube. Дальше здесь вы нажимаете, что вы хотите делиться на AirPlay, и нажимаете «Спальня». Это у меня так называется «Мой Apple TV», потому что находится, собственно, в спальне. И вам сразу, без какого-то лага, доступно видео, которое вы загрузили с айфона, причем вы можете выйти и заниматься своими делами, а видео будет воспроизводиться здесь. И также с пультика вы можете ставить на паузу, воспроизводить, естественно, перематывать. Все в этом плане работает отлично, проблем нет. Еще, как я вам говорил, здесь есть AirPlay Mirroring. Давайте я вам покажу, как это работает. То есть вы берете и включаете, например, с вашего Mac'а сюда же. Причем задержка минимальная, не знаю, будет ли это видно, но вот можете по мышке посмотреть. То есть, в принципе, этого достаточно, чтобы работать. Я не думаю, что здесь каких-то проблем возникнут. Я лично пользовался пару раз этой штукой, вопросов у меня каких-то к ней нет. Также AirPlay Mirroring работает и с iPhone. Вы можете здесь выбрать повтор экрана, дальше выбрать спальня, и, соответственно, будет все то, что у вас на iPhone отображается, отображаться здесь. Причем вот как в таком виде, так и в перевернутом. Если вы перевернете, например, если мы заходим в календарь и переворачиваем его, то он становится уже у нас на весь экран. Это удобно, как я опять же говорил, для игр, то есть вывести игру на большой экран и играть в нее, например, с подключенным геймпадом или показать кому-то фотографии. Да, это классно, это удобно, этим можно пользоваться, но лично я, наверное, не супер часто пользуюсь этой функцией. Мне больше по душе использование именно ее с macOS. Ну и по поводу приложений, еще, например, есть такое приложение «Радио». Здесь можно послушать, например, радио из других стран, вот, пожалуйста, из США. То есть вы заходите, включаете, и это, собственно, работает. Можно поставить, естественно, на паузу. Можно посмотреть, например, не обязательно радио из США. Можно абсолютно провалиться в любую страну и послушать радио местной страны. Удобно, иногда этим пользуюсь. Ну и еще одну важную функцию вам хотел показать. Это функция поиска, как она реализована на Apple TV. Например, мы заходим в поиск, и мы хотим что-то набрать, у нас сразу появляется ввод с клавиатуры, и чтобы мы не набирали долго на пультике, можно это набрать сразу на айфоне, что, естественно, очень быстро и удобно. В этом вот как раз вся экосистема Apple, она позволяет быстро взаимодействовать между различными гаджетами и сделать это взаимодействие удобными. По сути, Apple TV является неким таким компаньоном для экосистемы Apple, но очень удобным компаньоном, которым очень приятно пользоваться. Что ж, давайте теперь немножко поговорим о минусах. Их не так много, как хотелось бы. Давайте начнем с пультика. У него есть свои плюсы, свои минусы. Первый его плюс — он держит зарядку очень долго. Я купил эту Apple TV 6 месяцев назад. Этот пультик до сих пор держит зарядку. Здесь осталось еще 20%. Причем Apple TV включалась практически ежедневно, где-то на 2-3 часа минимум каждый день, и все это еще делает. Заряжается он по Lightning, что в принципе логично, в комплекте идет Lightning. Из минусов, как вы видите, пульт немного симметричен. И из-за этого, когда вы, например, берете его вот так вот, это его нормальное положение, но вы можете случайно ночью взять, например, его вот так и несколько секунд тыкать сюда, не понимая, что происходит и почему ничего не срабатывает. Потом вы уже его переворачиваете и понимаете. Здесь есть такая, скажем так, кнопка меню с окоемочкой. И когда вы нажимаете на нее, ну, вы понимаете, что это кнопка меню. Но в темноте, опять же, не сразу ее можно нащупать, а когда вы потом начинаете щупать, уже не получается делать, приходится пульт переворачивать. В общем, это неприятно, потому что вот он такой симметричный. Для чего это сделано? Это сделано, чтобы вы могли использовать пульт как геймпад, когда вы играете в какие-то игры, там в гоночки, например, вот так взяли и используете. Но из-за этого страдает удобство. По слухам, в новый Apple TV как раз от этого избавится. И, в принципе, если не смотрели наше видео по поводу того, какую же Apple TV выбрать, оно вот там по подсказочке можно глянуть, оно выходило недавно на канале, я там рассказывал,
какую же Apple TV из представленных сейчас на рынке взять или подождать лучше новую, там как раз я рассказывал, что новый пультик могут немножко переделать, и он будет выглядеть намного приятнее. Хотя, по большому счету, это не прям шибко какой-то минус. Этим пультом тоже очень удобно пользоваться, очень приятно, у него очень интуитивное и понятное управление. Следующий минус, ну, давайте так, цена. Я бы хотел, чтобы он стоил немножко дешевле, как бы 13 тысяч, как по мне, дороговато. Вот если бы это стоило 9 900 у нас в российской рознице, было бы, наверное, приятно. Но здесь уже, как вы понимаете, курс, политика, вот это все, куда нам до этого вмешиваться. Поэтому с ценой здесь, к сожалению, какая-то вот такая вот история. Но опять же, я не считаю, что это сильно большая переплата. А у меня Xiaomi в 5 раз дешевле, и там все то же самое. Опять же, это, наверное, самое дешевое устройство Apple, которое вы можете купить. Даже Apple Watch Series 3 будут стоить на 2000 дороже, они где-то от 15, от 16 начинаются. А вот Apple TV можно взять за 13. Естественно, я не беру в расчет какие-нибудь AirPods, которые там за 10-9 можно взять. Это все-таки аксессуар, а это полноценное устройство. Что еще из минусов? Ну, в комплект не кладут HDMI, и вы, когда покупаете Apple TV, вы не можете ее сразу подключить. Вам нужно докупить HDMI, чтобы подключить это все к вашему телевизору. И это, конечно, немного странно. Могли бы и класть, я не думаю, что сильно от этого разорились бы. Самый, наверное, большой минус, он такой очень комплексный, это отсутствие Siri на русском языке в Apple TV. Ты можешь сказать, ну, типа, включи на английском, чё, и пользуйся, но, к сожалению, сделать это нельзя, если у вас русская учетка и вот такой вот замкнутый круг получается, поэтому приходится пользоваться без Siri, а Siri составляет очень большую часть Apple TV. Я вам сейчас сюда представлю ролик, что она в принципе может сделать. То есть вы можете попросить Siri найти какого-то конкретного актера, найти фильмы с этим актером, еще какие-то разные варианты. Это все очень круто, к сожалению, я очень сожалею, что у нас это не работает, было бы классно. Также, естественно, я не могу управлять с помощью Siri на Apple TV, так как она выключена по умолчанию. Своим, например, HomeKit, что тоже мне не доставляет радости, было бы классно, так как отдельного приложения Дом на Apple TV нет, но есть управление с помощью Siri, которое нам успешно недоступно. Ну, еще один такой минус, скорее он связан с именно системой, то есть не всегда она работает стабильно, бывают некоторые глюки, например, бывает нужно перезапустить Apple TV, потому что какой-то элемент не отображается в интерфейсе, было такое. Хотя с tvOS 13.4 это уже ушло и такого нет, но, например, в игре Badland я регулярно встречаю то, что я не могу запустить игру, пока не перезапущу Apple TV. И вот кто тут накосячил, разработчики игры или разработчики от Apple, здесь мне непонятно. Но в целом, еще раз, это очень-очень крутое устройство, которое я вам советую попробовать, прям придите в магазин, потыкайте, но проблема в том, что в магазине вы не сможете ощутить полный кайф от этого устройства, и чтобы его понять, нужно его именно приобрести. Рекомендую ли я Apple TV 4K к покупке? Конечно, рекомендую, это очень классный гаджет, который, я думаю, что вам понравится использовать, который очень-очень очень неплох, который как новая товарная категория меня вот даже 6 месяцев спустя до сих пор радует. Я хоть и привык к нему уже, но все равно получаю дикое удовольствие от использования. Кстати, к прошлому видео один человек меня спросил вопрос, как она будет работать с не 4К экранами, и здесь на самом деле все просто. Если у вас экран 720p, если у вас экран 1080p, просто Apple TV будет работать в этом разрешении. Если 4К, то она будет работать в 4К, причем поддерживается и HDR дисплей, что в принципе круто. Если у вас вы какой-то буржуй, и у вас экран 8К, то Apple TV 4K будет работать также в 4К. Как раз 8К, к сожалению, пока для нее недоступно. Возможно, добавят в новой версии. Посмотрим. Ну и бонусом расскажу вам сегодня про некоторое такое приложение, которое называется Soap for Me. Оно есть не только для Apple TV, оно есть в том числе в виде сайта. Это пиратское приложение, поэтому я ни в коем случае не призываю к его использованию, просто рассказываю, что такие вещи существуют. Значит, само приложение открывается на Apple TV и дает вам доступ к просто, наверное, тысячам разных сериалов на русском языке, с субтитрами, с дубляжом, как хотите. То есть там есть вообще все. Само приложение сделано очень круто, то есть вот прям очень в стиле Apple. Можно каждому эпизоду поставить оценочку. Есть рекомендации сериалов, есть просто большой поиск по сериалам. Вы можете добавить
как бы в мои сериалы, те сериалы, которые вы сейчас смотрите, и у вас будут появляться галочки по тем сериям, которые вы уже посмотрели. Причем, если вы закончили просмотр на половине серии, то он потом вам предложит, типа, давайте начнем с этого момента. И вы такие, да, включаю, вот на самом деле очень круто сделано. И вот такое вот приложение называется Soap for ATV, на самом деле оно называется Soap for Me. Здесь можно смотреть сериалы, причем сделано оно невероятно классно, здесь все круто нарисовано, по-эппловски, я бы так сказал. То есть есть список, например, из сериалов, я не знаю, сколько их здесь точно, мне кажется, что больше 1000 уж точно, есть здесь абсолютно все сериалы, есть рекомендации, если вы не знаете, что конкретно хотите посмотреть, есть сериалы, которые вы сохранили к себе в подборку, можно их также посмотреть, например, не знаю, давайте зайдем и посмотрим ту же Футураму. Здесь мы, соответственно, заходим, выбираем сезон, который мы хотим, и в сезоне мы уже выбираем, во-первых, наверху можно выбрать озвучка будет или субтитры, если вы хотите смотреть в оригинале, во-вторых, вы можете открыть здесь, собственно, ваш фильм и также с помощью пультика управлять перемоткой, все это, как вы видите, очень быстро работает, но опять же, нужен хороший интернет, чтобы это все работало красиво и без каких-то задержек. Самое главное, что сервис хоть и пиратский, он платный, и где-то подписка в год стоит в районе 800 рублей, но еще раз, все зарубежные сериалы, да, российских сериалов там нет, но все зарубежные сериалы там так или иначе представлены, и старые, и новые, каждый для себя сможет что-то найти. Но еще раз, я не призываю к использованию этого сервиса, просто я удивлен, что Apple вообще пропустила такой сервис к себе на платформу, и что он так хорошо и так классно работает, там тоже есть сериалы в 4К. Самое главное, что там можно не только пиратить сериалы, но можно найти те сериалы, которые официально у нас не показывают. Например, тот же «Мандалорец», который, как вы знаете, выходил и выходит на Disney+, которого у нас нет в стране, там можно посмотреть, причем туда заливают версии как с субтитрами, так и с дубляжом. Ну, естественно, дубляж любительский, но в целом выглядит все классно, мне этот сервис нравится, еще раз не призываю к пиратству, хотя давайте подумаем, является ли это пиратством. Я как бы пирачу контент, но я плачу за него, я плачу пиратам. Значит, да, все-таки это пиратство, и я это не рекомендую, просто знаете, что такие сервисы есть, называется Soap for Me. Поэтому какие-то такие мысли у меня на этот счет, я надеюсь, что я вас немножко убедил, что Apple TV 4K это классное устройство, достойное для покупки. Опять же, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, пишите в комментариях, также пишите в комментариях, что вы думаете про Apple TV, вообще классное ли это устройство, или лучше взять 10 Xiaomi Mi Box, как-то он там так называется. Неважно, понятное дело, что это шутка, устройство немножко разного класса, и то имеет право на существование, но все-таки, что бы выбрали вы, взяли бы ли вы Apple TV себе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если это видео вам понравилось, поставьте ему, пожалуйста, большой палец вверх, мне будет очень и очень приятно. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, а чтобы узнавать об их выходе первыми и, в принципе, посмотреть, когда они выходят, нажимайте на колокольчик, YouTube пришлет вам уведомление, когда видео появится на канале. Ну и по нашей уже традиции, те, кто давно подписан на канал, ее знают, вот эти два видео подготовлены специально для вас, алгоритмами YouTube и мной. Посмотрите, если не видели, там очень интересно. Сюда куда-нибудь нажимайте, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр этого видео, надеюсь, вам понравилось. Пока!